Всем привет! Сегодня купил энергетический напиток новый, попался мне в магазине под названием Gorilla Power Tea. Вот такой вот. Такая у нас Gorilla. Ну, достаточно много я их уже пробовал, всяких видов, включая синюю, на которую, правда, не снимал обзор, и всякие прочие там зеленые. В общем, очень много видов у данной марки. Ну и вот очередной я нашел. Значит, что интересно, тут написано peach, что означает персик, а tea это означает чай. Вот. То есть получается у нас тут чай со вкусом персика. Во. Вот так здесь написано. Очень много тут всяких компонентов, включая витамины группы В, ну, в составе указанной, да. Значит, кофеина здесь 31 миллиграмм на 100 миллилитров, а вот про таурин почему-то я не вижу. Бывает, иногда его не указывают. Вот. Еще что примечательно, вот обратите внимание, что написано вот здесь над пальцем моим. Там написано без газа. Как вы знаете, все энергетики они идут, ну, с газом. Это газированный напиток. Здесь написано без газа, я его пока еще не пробовал, вот он закрытый. Давайте посмотрим, действительно ли это так, действительно ли он без газа. Это получится реально какой-то чай, что ли, с персиком тогда. Ну вот вы слышали, я сейчас открыл, звук открывания металла был, а крышки, а газов вот не пшикнуло. По запаху это чистой воды персик. Чая я не чувствую, это именно персик вот. Похоже прям на настоящий персик. Ну, либо, знаете, сок есть, который там какой-нибудь фруктовый сад и так далее с персиками идут. Они все вот точно так же пахнут. Выглядит все это дело вот так. То есть, как видим, здесь ну, темного такого коричневого цвета жидкость. Это похоже на действительно чай. Причем газов действительно, ну вот я их не вижу. Однако вот по бокалу, когда вот так вот этого еще видите, не знаю, будет ли это заметно или нет, там просто рисунок. Но тут вот должно быть видно, разводы какие-то остаются, видите? Как будто, я не знаю, крахмал какой-то, что ли. Что это такое, непонятно. Друзья, ну это реально это сок. Это никакой не... Непривычно так. То есть тут не то, что мало газов, тут вообще их нет. Вот прям ни одного. Я энергетики еще такие никогда не пил, которые были бы без газов. Походу, наверное, горилла первооткрыватель в этом плане, потому что, ну, я таких нигде не встречал. Вот. То, что без газа. Вкус как бы похож на... Ну, персик, есть что-то такое послевкусие чайное. Короче говоря, не сказать, что по вкусу вкус какой-то выдающийся у него. Но это уже заезженная тема. Уже все пили соки с персиками и что только не... И сигареты курили с персиками. Сигарилы. Все знают, что это такое. Поэтому тут ничего удивительного. Он такой, он у меня холодный и такой достаточно освежающий у него в целом вкус. Вот. Ну, честно, я не знаю, я не чувствую каких-то там ударов от кофеина или еще что-то. На вкус вообще ничего общего с стандартными энергетиками любых марок. Вот я люблю энергетики именно за их вкус вот этот, который именно не ароматизация достигается, ну, я имею в виду вот этими всякими персиками, вишенками и прочим, ну, есть и такие, да, а именно, ну, вот классика. Вот в классических энергетиках, без всяких ароматизаторов, там, как правило, этот самый вкус и есть. Вот. Ну, не знаю, таурин его там дает или что. Вот за это я их люблю. Здесь же вообще ничего общего. Вот во вкусе вообще ничего от энергетиков классических нет. То есть это реально обычный сок. Вот. Ну, вообще то, что соки в банках, это на самом деле неудивительно. Я уже натыкался на такое, когда именно в консервированных банках, вот в таких вот, то есть я имею в виду в жестяных, сок продавался, да. Вот. Но энергетик такой, честно говоря, первый раз попадается. В общем, я его не могу назвать прям энергетиком, хотя они пишут
напиток безалкогольный, тонизирующий, не газированный. То есть это именно тонизирующий. И тут написано, мы заварили черный чай со вкусом персика и добавили в него максимальный заряд энергии. Ну, что-то я не чувствую. Создан для тех, кому чай слишком слабо, а энергетик слишком просто. Вот такой лозунг здесь интересный написан. Короче говоря, друзья, если вы хотите персикового сока попить, ну, с небольшим содержанием кофеина, то могу порекомендовать. Он, в принципе, приятный на вкус, качественная аромка, но я просто уже привык, что энергетик это а, газы, а б, это их вкус классический. Это просто обычный сок какой-то. Вот так, но это был интересный опыт. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.